Сейчас, одну секундочку. Так, включил. Включил, выключил, включил. Все. Джимми! Дыши, дыши и сзади ему. Никита. Никита, стойка. Давай, Маша. Ипон, Владимир, встали. Здесь просто жизнь. Что ты сидишь? Суди, блин, ты непоганая. Владимир, Ипон. Идемо, идемо, на три. Все, ушли. Да. Что у вас там? Ничего. А, нет. Нет, нет, Даник, ушел, ушел. Нет оценки. Даник судит. Все время стой, Даник, там. Нечего сидеть. Маша, сядь, отдыхай. Мешок. Упал. Как можно, Маша? Остальные все приготовились. Сейчас вы меняетесь партнерами. Готовы? Хаджина! Да, Денис сюда пойдет, а сыну там будет. Заправьтесь пока. Нет, 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 сейчас у них кончится схватка, и тогда вы начнете. Давай, Маша. Давай, Маша, активнее. Да не надо показывать, надо как влезть туда, чтобы не ноги улетели. Голову скручивай. Давай, давай, Маша, работай. Стоп, стоп, стоп. Маша. Матея, ты будешь бросать, а там что? Там стулья этот. И естественно бросок не получится. Хачина, развернись тогда в другую сторону. Быстрее. Голову держать надо. Даник, Шида, Матея, за пояс держишь, защита. Чё? Первая Шида. Матея? А за то, что такая тоже? Еще раз, за то, что сильно выталкивает, за это могут дать Шиду, но бьют очень редко. За выход, быстрее за выход могут дать. Говорят, не выходить. А чё? Ай, Маша, работай, работай, Маша. Дергать надо все время, дергать надо. Показывай, что хочешь делать, бросок. Будешь стоять, когда начнешь делать, он уже... Давай, Даня, бросай, стоишь. Мате, обоим шида, оба не борются. Хачина, активнее, Маша, он еще одну шиду проиграл. На себя не тяни. Давай, давай, Даник, бросай ее уже, что ты стоишь, ходишь. Ну? А ты? Там не борись, потому что там бросок нельзя, не дам делать. Хорошо? Давай, 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 Даник, сожрать ее. Матея! Еще раз пояс развязаться, дам Шида. Маша, Шида за неведение борьбы. У него два, у тебя два. Матей!
туда-назад, на стуле. Не надо сажать его на стул. Джиме. Мате, время. Время. А, Джиме, пошли дальше. Выше руку. Руку, голову поднимай. Рукой голову поднимай. Маша, ты что-нибудь вообще там было, а то еще. А, ты, Маша, отправь, а то еще. Тихо еще сразу будет напад. Бросай назад. Назад, Маша, бросай. Назад! А что, давай, давай, давай! Не давай мужик! Матея! Уходишь, Маша, за ковер, шида третья. Дальних выверов отклонились, ушли. Готовится Владимир, Маша. Приготовились, встали. И дальний готовим. Итак. Готовы? Хаджиме! Сербу перейдешь сюда, а Денис перейдет сюда. Я тебе обрежу твои ноги и покажу. Просто как ты ходишь. Это вообще ужас. Хэнку ши, да? Пояс держишь долго? Души его, Даня, держать! Души его! Даник Мате. Даник Мате. А Владимир отнижался в ногу. Это в партере было. Хаджиме! Партере разрешают, там непонятно. Мате! Дани! Второй шида. А ты нападаешь, что ты защищаешься? Ты вышел бороться или защищаться? Так ты все время защищаешься? Он ждет момент. Ну пусть ждет. Джи! Судья там на соревнованиях не будет смотреть, ждать. Не борется человек, да, лишь до свидания. Берет неправильно захват, поэтому и получается так. Пошел, Владимир, подсечку и изнутри. И сейчас упадет. Блин, я в шоке. Заднюю нельзя делать. Матей! Матей! Хаджиме! Пошел Владимир, осталось одно шида, нападай, делай заднее. Бери, доставай пояс туда. Давай, 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 Владимир. Давай, давай, активней. Ну, через себя, садись через себя его. В азаре. Держать, Даник! Чучело, мяучело. Мате, стойку! Он сдался. Че он сдался? Лёха. Встали стойку. Ты сдался? Нет. Говори да. Говори да. Нет. Говори да. Нет. Да. Владимир встал. Владимир, в борьбе дзюдо спереди за шею душить нельзя. Хансоку Маки. Победил Даник. Незнание правил не освобождает от ответственности. Маша, пожалуйста. Владимир, пожалуйста. Остальные вышли тоже. Что? Разрешите, пожалуйста, отвечать. Хорошо, понял. А почему? Вы же сказали... Нет, ты идешь. Что? Я приготовлю. Итак. Вискун, всего лишь чемпион города. Буту, кто? Никто. Владимир, чемпион города. Сыну, кто? Города. Никита? Республики, вот он самый красавец. Маша, кто? Балалайка. Че? Две схватки проиграл. Да их там, встань вон там где-то, и суди там у Маши. У Маши суди, да, Ник? Туда, да, у Маши.
Не здесь, Даня, пока где черный мат, сюда. Видишь, что значит ноги вместе все выдержать? Чуть ты свалился, блин. А ну, бутылку в салате, покажи молодого. Базаре, Никита. Останови схватку там, эй. Чуть еще. Смотри, только. Никита, чемпион республики, уже Базаре сделал. Ну, и внутри подсекают. Базаре, Никитсон. Нету. Отец, что есть внутри владения? Ну, другую ногу. Маша, не давай ему шею. Бросай его. Базаре, Маша, бежать. Еще раз. Маша, стойку. Смотри, здесь тоже на тебе. Стоп, одну секундочку. В Азаре здесь было, да? Ты сделал? Ты сделал? Это второе. Первое, да? Тебе в Азаре, Маша в Азаре и Денис в Азаре. И все. Джимми! Что? Шафи, он сдался. Он сдался? Да. Сдался, да? Все, значит, вы поклонились, и так у тебя победа. Ты чай за душу. Да? Борите, что вы? Влад. Можно идти? Чай за душу. Да. Спасибо. Да, Владимир. Проигрывает Владимир. Бом! Итак, Сергу. Чемпион. Иди домой вместе. А может так что? Побороться? Хорошо. Отлично, умница. Спасибо. Отсидим, отдыхаем. Итак, Сергу чемпион республики. Ну, подтекай внутри. Матей! Давай, Владимир, проигрываешь. Базаре проигрываешь. Хаджиме! Что у тебя пояс все время развязывается? Хорошо, что плавки не падаешь. Выключи у него руку правую, Маша. И давай его брать. Вот почему он так бьет за шею. Все, дала захват, теперь только защищаться будешь. Головой при плечо. Матэ, Маша, еще раз не давай этой рукой захват. Что для тебя за неведение, Бербер? Хаджимен, давай, Владимир, проигрываешь. Не давай. Матэ, Маша, второй за выход тебе. Вышла? Второй сюда. Джимен, уже у тебя Базаре, держись. Не давай туда! Смотри, что ситуация, это время. Марате. Время! Итак, эту схватку выиграла Мария Халилович. Стала чемпионкой города. Владимир, не понял, почему ты проигрываешь? Где твой коронный бросок? Бедриссимо. На ковер приглашается. Так. Пошли. Мальчики, встаньте туда, пожалуйста. Пошли. 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 Сейчас будете бороться и ударитесь. Вот умница. Теперь отсюда делай. Делай как ты видишь. Где чего? Где чего бросков? Вот. Умница. Дай ей встать. Возьми захват. Вот так и будешь брать захват, вот так менять, так и будешь брать. Ну вот сегодня они показали, как ты меняешь. Где твой коронный бросок? Это что? Ты его делаешь, не делаешь. Молодец. Вот где мы перейдем. Что-то не отвлекался, был бы чуть-чуть.
Вот сейчас ты жалеешь. Вот куда ты бросаешь? Скажи. Вот куда ты бросаешь? Встань, пожалуйста. Туда. Нет такого слова туда. Есть обратно. Ты или вперед бросай, или назад бросай. Взял отсюда, поставил ногу и ломаешь ему ногу. Ну так, если ты хочешь туда бросить, делай шаг. Раз, пошли. Раз, смотри. Вытащил его туда. Вытащил его, потом раз и бросил. Сделай пару шагов в сторону. Тогда получится. Вот теперь смотри. Макс, ты ушел. Я считаю, встали, приготовили. Внимание. Денис готов? Дождь и руки. Катависки, покажи. Нет? Так тебя закладывают. Да. Подойди ко мне. Возьми вот так. Видишь? А ты как вот здесь берешь, и тебе сразу раз и падаешь. Понимаешь? Ты стоишь в левой стойке, да? Значит, ты должен здесь руку держать, и здесь или здесь. Вот так. Не здесь, вот так, потому что сразу улетишь. Давай. Приготовились? Так, я беру пояс, Андрюха, не обижай. Он меня ударил, ему не так. Ну, значит, я его накажу. Ту балду с тобой накажу. Внимание, 25 бросков. Джей! Вон он! Пошли, двое! Давай, давай, давай. Три. Три. Патро. Чиш. Смотри. Быстрее, просто быстрее вставай. Шахты. Шахты. О. Ноу. Дети. Три, патро, чинч, шасы, шапты, оп, ноу, зечи, уну, дой, три, патро, чинч, мате. Так, Маша, через спину скажи. Так, кто бросал? Он. Ты сейчас бросаешь? Нет. Ты бросаешь? И он. А, через бедро? Да. Так, через бедро устал? Кто падал? Ты падал, да? Ну ничего, приготовься. Приготовились? Значит так, становись сюда. Ты становись сюда. Массу сюда. Ты подходишь сюда, его бросаешь, подходишь сюда, его бросаешь. Так, вставай. Андрюша, ты сюда становишься, Денис сюда. Так, ему через спину с колен, потом ему через спину с колен. Ты сразу раз и ходишь на том месте. Приготовились? Че? Уно. Давай. Три. Патру. Денис, оставайся здесь. Чищ. Ты не отходи. Там тебе сразу закрывается. Чищ. Шахта. Оп. Ноу. Здесь. Ты упал там и становись чуть дальше. Он прилетит. Вдоль. Три. Патро. Чинч. Шаза. Шаз убери в сторону. Оп. Ноу. Давай, Маша. Тичи. Уну. Двое. Три. Патро. Чинч. Маты, отдыхаем. Я не могу посадить. Она не знает. Все, бы сказал, что я вообще не прием. Будет бросаться. Что он будет делать, если он не прием? Дай мне подножку. Нет, дай мне подножку, это ты
и бабушку бросать себе. Вон туда, вон туда. Так, ты тарей бросать? Да. Хорошо. Отсечка. Ты что, умеешь делать подсечку? Да. Покажи на ней есть. Если упадет плохо, ты будешь деньги платить за это. Просто лишь на ножку. Помоги ему, да? Молодец. Ну, бей. Что, моя нога, что ли? Что, Денис? Очень нравится. Халаты. Что неправильно сделал? Ударь. Ударь. Все. Так, возьми, пожалуйста, правой рукой заклад. Только правой. А ты левой делай. Ну. Через плечо в ту сторону. Я? В чем здесь ты? А я начал. В ту сторону. Вы. Полина. Вот. Становись, Маша. Ну да, ты Маша. Возьми Машу, сделай аккуратно. Нет, Маша, держи за локоть. Выше возьми чуть-чуть, Маша. Ноги шире, Маша. А то как трактор проедет. Вот так. Еще раз. Руку вот сюда. Оп, захватываешь. Не надо эту руку тоже держать. Маша встала и Денис встал. Приготовились. Готовы? Посмотрите, Маша, он делает бросок. И не надо бегать вокруг него. Посмотри в ближнюю сторону. Раз, чуть-чуть отошла и встала. Денис, не надо смотреть. Внимание. Че? Раз. Два. Четыре. Быстрее. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. 16, бросаем, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 40, темп. Все, не успел, кто не успел, тот опоздал. Заправились. Так, как мы будем бороться? Значит, так. Готовы? Время! Не говори. Так, что это за разговор, Андрюш? Ну, держи, пой кувырок через него, я был бы бросок. Маша, не надо. До конца. В азаре. Кому? Сербу, кому? Кто на спине лежит, я или Сербу? Мате. Мате? Кому? Ты спрашиваешь, кто на спине лежит? Я. Ну и все, что тогда разговор ведет? Хочу. Держай. Держать руку, держать. Держать руку. Майну цель. Раз, два. Да я делала репон. Так удержания нет, Маш. Я делала репон. Была центр? Да. Ну скажи, что было? Говори, что было? Матей, вот. Скажи, Мате. Поставь их туда. Ставим сюда. Давай, вставай. Итак, репон. Значит, его в азаре отменяется. Он пока победитель. Продолжаем дальше. Тебе нужно от него отыграться. Ты пока проигрываешь. Денис уже чемпион города.
слушай. Мате. Да. Мате. Классный сюда. Мате. Хаджи. Базари. Это уже 30 еще, красавчик. 30 на 7. Базари. Это 37 на 7. Как? Сколько 37? Один Япония, два Базари. 24. Базари Япон 17 и плюс еще 7. 24 плюс 7, 31. А откуда еще 7? Да. Так, 30... Давай, Борис, 37 на 7 проигрывай. Так. Купон. Базари. Да я бросал, почему ему дали? Слушай, ты нахуй. Мате. Время. Так. Денис остается. Денис, ты только защищаешься, сын ушел. Маша вперед. Ачина, все, Маша его борется. Маша борется. Маша, смотри, вдруг этот дядька бросок сделает. Не расслабляйся. Одевайте, ломой меняйтесь. Поклонился, ушел. Все, пошел. И так у тебя победа. Ты уже чемпион города. Давай, Маша, нападай. Молодец. Стойку. Давай, 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 Маша, давай. Друг, будешь разговаривать, когда будешь судить, я тебе буду здесь заставлять качать. Сядь туда на стол, пожалуйста, и суди. Маша, работаем. Видишь, все хорошо, четко залезаешь, все, ну не держи рукой, лопай. Япон. Катавицкий. Чемпион республики. Здравствуйте. Посмотри, немножко попрыгай, смотри. Смотри, ставь, подержи. Давай, 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 Маша. Так, пока Катавицкий, ты иди выходи вместо него. Катавицкий, ты судишь. Итак, Катавицкий у нас чемпион города, чемпион республики. Вперед, пацаны. Кто из вас? Четверка была? Нет. Нет, правильно, нет. Смотри, что он делает. Нулевой. 5 секунд, стойку. Поднимай стойку. Смотри, стой. Стоп, стоп, стоп. Ты отдаешь ее зуба, она любой берет. А потом ты берешь ответ. Не срывай зуба, ты больше. Но стойки все время отдаешь. Да бери, Маша, бери, что ты стоишь. Мате. Мате. Поклонились, уже. Андрюша, прошу вас, ты не состоишься. Пацаны, там бой.
Бедро делаешь, Каталин? Нет. Марк, делаешь бедро? Вот ты же отрабатывал коронный прием. Как это коронный прием и нельзя сделать? Значит, надо подумать, что можно сделать. Это работает тот, который будет. Готовы? Ты сейчас борешься. Нет, не нет, бронь, нет, 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 пусть больно.
почувствовал, что это как бы борьба. За шею взяла, взял ее, обнял, приподнял ее и показал через грудь, там чуть-чуть без досочка. Вот нога торчит, зацепи ее. Вот зацепи, вот. Вот, базаришь. Вот ты стоишь на ноге, ну чуть-чуть расставь ножку, перенеси. Давай, давай, Маша, давай. Бедро делаем, да? Два. Бедро. Давай, два, штука. Он такой высок? Какой высок? Ну какой высок? Ну значит правильно, хватит тебе с детьми бороться. А то потом выходишь, девочки высокие, а вы потом пугаетесь. А ну сделаем задачу, так чтобы он улетел. Ты тоже станешь чемпионом республики.
бедрове. Остаешься, что и не можешь делать бедро хоть 100 раз. Да. А на парень или бой? Болит? Итак, на ковер приглашается чемпион города. Какой город? Республика.
республика? Да. А, чемпион республики. Его вызывают на бой чемпион республики. 18-го года сыр в Лондоне. А это 17-го, вот когда ты шел. На ковер приглашаются. Чемпион Европы Катовицкий. И чемпион города Кутнера Максим. Судит Катовицкий. Готовы? Да. Джин! Жена должна уже прийти после экзамена. Сейчас я перезвоню. Мне кажется, да. Так, стоп, одну секундочку.
Матэ. Если я не в щелку, нет. Эй, там. Добрый суд такой. Ну вот, теперь можно. Алло, Мариш, ты где? Дома? Он через час-полтора будет. Я ему дам телефон, ну, чтобы, когда он подъехал, чтобы там ты открыл. Или он мне позвонит. Все, жди. Такое ощущение, что она телефон держит вот здесь, за спиной, блин. Уже новый телефон ей уже купили, блин. Да, можете подъезжать, сюда будет ждать. Вы мне перезвоните, и я открою двери. Угу. Все, теперь можно будет бойлером заняться. Так, Матэ, встали все, подошли ко мне. Вот здесь их построили, вот тут. Оставь Бутука, а то он тебя сейчас задушит, блин. Понял? Вот сюда, мальчики, построились, вот сюда. А это Чуполина. Так, Даник, твой коронный прием. Коронный, новый, ведро. Ведро. Владимир. Тоже. По 25 брусков будет делать. Куда пришел? Влад, туда. Поляков, коронный прием. А? Через спину с колен, ваш. А? Хорошо, приготовься. Ты приготовился и Никита. Приготовились? Уши разняли? Так, Маша, берешь чучело, 5 бросков, потом сырму 5 бросков. Все с кувырком. Потом Денис. Да, вон туда. Внимание, первый номер. Раз. Два. Врубаешь его в ковер. Три. Четыре. Пять. Быстрее, быстрее. Шесть. Семь. Далее, в другую сторону. Через место. Стоп, одну секунду. Далее. Возьми вот этой рукой, это правая. Возьми правой рукой. Захват от ворот. Владимир, держи вот эту руку. В ту сторону кидаешь через плечо. Подверни. Через плечо. Вот так. Давай. Семь. Пошли. Восемь. Девять. Быстрее, Владимир. 10. Бросок. 11. Бросок. 12. Бросок. Быстрее, Владимир. 14. Сделай 5 бросков. Все, положи сырму, пошел в броски с падением. 5 бросков, сырму. 12. Пошел, пошел. 13. Никита, ты берешь и падаешь на руки. Мне туда падает, он упрессирован в стомах. Я не могу взять даже. Что ты не можешь? Бери какой-либо заклад. Пошел. 6. 16. Вэй, ты можешь сам прыгать немножко? 17. Как голова так вылетит. 18. 19. 20. Бросай, 27. Пойдем. 22. 23. Денис, пошел. 24. Бросок. 25. Матэ, заправились. Что у вас пояса? Посмотрите, у пацанов ничего не падает. Бросок, бросай. 5 бросков с падением ушел. О, мешку. Все разговоры. Сырву.
Приведи себя в порядок. Маша, готовься. Дай туда иди уже. Дай уже там быть. Второй номер. И кидай, старайся, знаешь, в какую сторону? Правша на правшу, значит, должен кидать, он сюда лезет, должен кидать через левое плечо. Владимир, а репики? Владимир готов? Да. Молодец. Джем! Вон он. Пять рубашек. Кидайте, вставайте. Два. Вот так. Три, Маша, с падением. Четыре. Хорошо. Пять. Владимир, тоже самое. Стоп, одну секунду. Взял отсюда захват другой рукой. Бери ответный захват, Даня. Выше. Вот так. Ко мне поворачивай. Маша, где падение? Да. Шесть. Давай, 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 давай. Семь. Эй, куда ты сюда ставишь? Вот здесь встань. Владимир, давай, восемь. Вот так. Девять, на плечо не ставишь, ставь на локоть. Десять. Одиннадцать, давай, Владимир. Двенадцать, все, не вижу. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. 17, 18, 19, дайте как еще в поезде взять не можешь, и убери его нафиг. Дай сюда его. Тяжело. Вот возьми, вот возьми захват. Вот, бежи. Вот отсюда подворачиваешься и все. 15. 16. 17, 18, 19, 20, что ты, ну возьми хороший захват, 21, 22, 23, 24, давай, давай, Владимир, 25, Матэ, значит сейчас. Батук, выбирай. Батук, вон туда становись. Сзади же все, становись сюда. Никита здесь. Маша, да. Чучело убери. Да. Вот сюда поставь. Так, этот. Даник. Вот туда сели. Маша, да. Вот туда. На ковер выходит. Владимир, Маша. Первенство города. Пожалуйста. Кого? Влад, кого приглашают? Дениса или Сырбу? Денис. Сырбу сюда. Следующую схватку вы меняете. Итак, чемпионат города. А мы... Кто первый станет чемпионат? До Япона. Япон, все свободен. И отдыхаешь. После Владимира идет Даник. Маша остается. Маша до Япона. Сделай пон, до свидания, отдыхаешь. Чем быстрее ты пон сделаешь, тем больше отдохнешь. Ты с ковра уходить не будешь. Юрий Александрович, засеките 3 минуты. Значит, Даник, ты как контролируешь? Нет, ты Даник, иди вот туда, сядь. Даже так, я туда пойду, Даник здесь сюда. Там Даник. Вот там, сядь, сядь, да, да. Нет, на стол. Готово? Я здесь сам держу, все видел. Готовы? Джек! А, стоп, Матэй! Вы пока в матче чуть-чуть будете сходить, чуть-чуть подбейте. Сейчас, 2 минуты. Там, первый очередь.
Готовы? Сейчас, одну секундочку. Так, включил, выключил, включил. Все. Джимми! Дыши, дыши заднему. Базари, Никита. Никита, стойка. Давай, Маша. Ипон, Владимир, встали. Ты ж просто, я же... Что ты стоишь, сидишь и судишь, блин, ты непоганая? Владимир, Ипон. Че, видимо, лейте, маму, ты. Все, ушли. Что у вас там? Ничего. Нет, нет, Даня, ты шел, ты шел. Нет оценки. Даник судит. Все время стой, Даник, там. Нечего сидеть. Маша, сядь отдыхать. Мешок. Упал, блин. Как так можно, Маша? Как так получилось? Как так получилось? Сначала по шее дала. Боритесь там. Кто? За добро. Никита Мазарев ведет. Опять ходишь как тиран. Что с твоими ногами? Держи хорошо. Пойди как борец, а не как... За ногу не бери. Кто там посередине? Ипон. Вестун. Итак, Вестун. Чемпион города. Бутук поклонились. Ушли. Ну, а ты? Где? Базари, а вот это пон? А ты? Поклонились. Все, чемпион города. Так, на ковер вызывается. Даник, Маша. Вон там. Остальные все приготовились. Сейчас вы меняетесь партнерами. Готовы? Хаджина! Чемпион республики. И чемпион... Нет, чемпион города и чемпион города. Собаки, не знаю. А там два пуфеля. Джек! Ну, может быть, кто-то и был тоже чемпионом. Владимир, судишь там. За ногами следи, Денис. Что ты ноги крестишь? Что, в туалет хочешь, что ли? Нет. Ну, так пиши нормально ноги на ширине плеч. Бум! Что мы ты? Чемпион республики Поляков. Поклонились, ушли. Еще раз, Денис, вот так будешь ходить, вот так, так и будешь падать. Ну дальше, держи его! Души его! Мате, стойка. Ну потому что не задушил, потому. Он уже подбородок опустил, и ты ему уже на лицо давишь. Не так видно на лицо. На задницу. Джимми. Давай. Базари! Это второй или нет? Первый. Покажи салаги, блин. Давай, Андрюха, давай. Пояс доставай. Пояс достал и бросил, блин.
Не просто руками туда махают. Возьми за шею, потом потихонечку. Раз туда и все. Мате, боток шире за выход за ковер. Хаджи. До конца делай! Базаре! А вот это помнишь? Мате, мате. Итак, чемпион республики Сэдву Андрей, вот чемпион города. Ушли. Так, Даник Владимир, туда. Готовы? Потом Маша с Владимиром. Итак, кто у нас чемпион города? О, чемпион города. Хинко и Цуркан. Сейчас, одну секунду. Готов. Хорошо, понял. Нет, ты идешь. Что? Приготовили. Итак, Вискон. Всего лишь чемпион города. Буту. Кто? Никто. Владимир чемпион города. Сырбу кто? Города. Никита. Республики. Вот он самый красавец. Маша кто? Балалайка. Че? Две схватки проиграл. Даник, там, встань вот там где-то же, суди там у Маши. У Маши суди, Даник. Куда? Да, у Машеньки. Вот. Не, не здесь, Даник, вот там где черный. Маш туда. Видишь, что значит ноги вместе с собой держать? Чуть ты свалился, блин? А ну, бутылку в салате, покажи молодому. Базаре, Никита. Останови схватку там, эй. Чуть еще. Смотри, только. Никита, чемпион республики, уже базаре сделал. Ну, я тут тебе подсекаю. Базарь, Нигерсун! Нету. Отечку изыдри, Владимир! Ну, другую ногу! Маша, не давай ему шею! Бросай его! Базарь, Маша! Бежать! Тащи, раз. Тащи. Маша, стойку. Мате, здесь тоже Мате. Стоп, одну секундочку. Базарь здесь был, да? Да. Ты сделал? Ты сделал? Это второе. Первый, да? Тебе в Базаре. Маша в Базаре. И Денис в Базаре. И все. Че? Что? Утешающий, он сдался. Он сдался? Да. Сдался, да? Все, значит, вы поклонились, и так у тебя победа. Я не буду, да? Боитесь, что вы? Влад. Маша, сюда судить. Кто? Мате? Мате? Никита, кто у нас? Чемпион республики? А Европу проиграл? А ты чемпион города, да? Маша, не садись. Упадут на тебя? А что? Давай. Оба чемпионы города. И пол. Поклонились. Ушли сели. Итак, Владимир, чемпион республики. Даник. Не составил ты сейчас конкуренцию. Плохо. Вдвоем он с Турканатой.